Юные саратовские изобретатели вернулись с международного авиационно-космического салона «МАКС-2015». Они показали свои разработки на фестивале детского и молодежного научно-технического творчества, который проходил в рамках международного салона. В состав делегации вошли ученики Центра молодежного инновационного творчества, который открылся в Саратове весной прошлого года. Мы познакомились с разными людьми и политиками, и даже увидели космонавта, также это много изменило в моей жизни. Я увидел и авиационную технику, и модели других ребят. Мне очень понравилось.